Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal, серия EF, на цоколь H27, с температурой свечения 6000 Кельвин. Комплект поставляется в обычной картонной упаковке. Внутри упакованы у нас две светодиодные лампы в отдельных коробочках. Большой плюс этой серии ламп то, что они по виду и по размеру практически идентичны обычным галогеновым лампам, то есть замена никаких сложностей не предоставит. То есть старую лампу вынимаем, новую устанавливаем и так, точно так же подключаем в такие же самые разъемы. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности, мощность каждой лампы по 25 Вт. Имеют пассивную систему охлаждения, это радиатор, и то, что сама лампа также металлическая. Подключаются на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартных разъемов для подключения питания. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт, вот так вот отсвечивает лампа. Мощность светового потока заявлена 4000 люмен у каждой лампы. Световая температура 6000 кельвинов, как мы видим, она такова и есть, слегка с голубым оттенком отсвечивает лампа. При покупке на комплект данных ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.